Вот такие вот мусорки в поселках, где живут миллионеры. У людей нет денег, чтобы вывести мусор. Один вывоз одного контейнера стоит 4300 рублей. Вот здесь скоро уже крокодилы заведутся. Кошмар. Просто дикий ужас какой-то. У людей миллионы на счетах. В каждом дворе по нескольку машин, которые стоят каждая по несколько миллионов. Но вывести мусор денег нет. С ума сойти. Как люди живут. Обалдеть.